Владимир Терян, главный тренер НГПУ. Поздравляем с победой. Сегодня забили дважды. В чем секрет успеха? Секрет успеха в том, что чем больше играем, тем лучше начинаем играть. Вот это секрет. Так что, думаю, что завтра еще лучше будем играть. Чем больше игр, тем более мы с мини-футбола вышли на большой. Так что я думаю, что в следующей игре еще лучше сыграем. Во втором тайме команда отошла в оборону. Это указания ваши были? Нет, указаний не было в оборону. Просто я замену сделал. Пустил более таких слабых. Можно и других игроков. Завтра у нас еще игра предстоит, чтобы отдохнуть ведущим игрокам. Впереди игры с командами, претендующими на выход в премьер-группу. Как готовиться будете? Ну, мы не претендуем никуда выходить. За это мы готовимся по своему плану. Естественно, нам приходится перекраивать, потому что мы рассчитывали, что в мае у нас тур будет. А вышло так, что через 3 дня у нас снова тур. За это мы, как говорится, приходится перестраиваться на то, что есть. Спасибо.